have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки, и мы с вами сейчас в кабинете Берна. Вот он, собственно, собака валяется. Мы дуем обратно, так как мы планировали. Сейчас сходим в квартиру... Ой, как этого парня-то звали? Дюран, точно. Я все стебу его из-за этого имени. Ну, типа, Дюран, все дела. Да, поэтому... Тут их раз, два, три... 4 плюс собака, да? Я хочу их уже добить, наверное, чтобы не мучились. Вот, потому что не хочу этих ребят оставлять. Да, я мог бы их здесь спокойно оставить, но вот не хочу, как говорится. О, никогда к этому не привыкну. Может, и не надо? Давайте и в пяточку. Сейчас попробую собаку сзади ушатать. Я не знаю, если получится. Того чувака мы так беспалевно грохнули. Вообще круто получилось. Я не думал, что он... Да ну! Собака нас спалила. Вот эти дебилы нет, а собака нас спалила. А? Этот даже не услышал, когда мы собаку ушатали. Ну вот... Блин, а у меня жизни-то до половины восстанавливаются потихонечку. Ты это, уйди оттуда, я не хочу, чтобы ты смотрел. Фу-фу-фу, не смотри на меня. Ну, это... Ну, хотя нет, вот эта вот собака считается, что она подняла тревогу, или считается только, когда человек поднял тревогу? Сейчас мне интересно. Да свали уже отсюда, спасибо. Иди отдохни. Ну вот, и вот этих двоих сейчас тоже ушатаем, и все нормально будет. Попрать. Все вроде. Вот этого можно убить пафосно вместе с собакой. Неплохо. На кусочки. Так, ладно. Теперь, собственно, что меня волнует? Меня волнует ключ к магазину, который я, кстати, так и не нашел. Интересно, а где он может быть? Тут же был магаз, да, в который мы никак не могли... Вот, да-да-да, рядом есть руна или амулет, они здесь. То есть, ну, туда проникнуть я никак не могу до сих пор. Да, у меня нету ключа. Хорошо. А какой стороной у меня жизни полностью восстановились? Они все-таки через время полностью восстанавливаются, серьезно? Так, это один амулет у нас... В этом магазе один амулет у Дюрана. Привет, тело, труп. Ой, буря начинается. Быстренько. Надо сюда заныкаться. Я не хочу в бурю попасть. Это неприятная штука. Так, нам вон туда. Вроде как. F. Спасибо. F. Итак, комнатка Дюрана. Здесь печатная машинка. Здесь почему-то кассовый аппарат у чувака. Почему? Ну хорошо, кошель и все, все. Собственно, амулет, который нам так мозолил глаза. Да, сюда по-другому не попасть, только через ключ, так как я и подозревал. Хорошо, теперь И еще ключ. Ух ты. Я так подозреваю, что это есть ключ от магазина. Дюран, все путем твоих людей отпустят из
из компании Шиндейри, как только мы приведем им замену. Просто посади в приготовленные ящики пару пьяниц. Сойдет кто угодно, лишь бы помоложе, да наду... и надурь, чтобы не налегали. Если они приедут дохлыми, никакого дела не выйдет. Возьми ключ. Это от подсобки в моей серебрографической студии. Да! Когда поймешь, сажай в ящики, забивай гвоздями. Когда сделаешь дело, оставайся... Оставь дверь открытой. Ясно дело, меня там не будет. Мадотти. Доставьте наместников. Доставьте Паулус. Их нужно было живыми доставить. Вот в чем прикол. Если бы я об этом знал. Блин, вот это сейчас было немножечко жаль. Хорошо. Ну и да, собственно, подсказка, как открыть. То есть этих двух ребят можно было... Оу, отрывок перевода. Это мы читали. Вот для чего нам серебрографическая студия-то. Это нужно было как-то... Не разбейся! Спасибо. Я что-то испугался. Нас Корва любит ломать ноги обо все что угодно. Значит, а в чем тогда фишка с этой серебрографической? Блин, я язык сломаю, пока это буду выговаривать. С этой студией это серебрографической. Кого они просили доставить? Серьезно? Я так об проволоку покололся? Ну, круто, круто. А это у нас... У меня завтра будут сигары. Хотите купить? А, это у нас улица вот эта вот, которая торговая, не торговая. Осторожней с мечом. Много лет гвардейцам назад все хотели работать. Мне гвардейцы не понравятся. Тогда... Так, это... А, это выход к Black Market, да? Этим всем занималось управление шахт. А семейный комитет следил, чтобы боссы не жать... Да, чувак меня пугается. Да-да-да. No trespassing. Не пересекать. Договорились. Ты запрыгнуть не хочешь? Спасибо. Блин. А, вот, все. Я на секунду заблудился. Что-то подумал, что эта дверь закрыта. Серьезно, вот на этой локе очень сильно игра света и тени иногда мешает, поэтому... Да, открываем. Да, открываем. Может быть, здесь будет код от магазина? Кстати, почему бы нет? Серебрографическая студия. В общем, если бы оставить Паула живым и если оставить Берна живым, то их можно было бы притащить сюда. Засунуть их в ящики и отправить куда? Да, вот, кстати, два ящика, куда я должен был их засунуть. Я на секунду сейчас пытаюсь понять, что такое серебрография. О, опять этот макак бешеный. То есть, если бы все это сделать по стелсу, притащить сюда двух этих дебилов... О, кстати, денежка, это я заберу. Итак, Мадотти, здесь то, что мне было позволено взять из неприкосновенного запаса. Держи, пока я не приведу обоих парней. Тошно думает о том, что придется платить этому ублюдку из горной... Из горной компании, но мы можем позволить Биллу и Паку умереть в забое. А, не можем позволить. Дюран, то есть, по идее, нужно было два человека принести сюда для того, чтобы... Ну, взамен тех двух, которые сейчас работают в шахте, они хотят их спасти. Таким образом, получается, да? Это была побочка. Я вас понял. Хорошо. Ну, к сожалению... Серьезно? Серебрографию можно было забрать. Ну, это типа фотографии, да, только серебрографии. Так, это наверху, амулет 11 метров, но здесь я наверх никак не попадаю, потому что здесь тупо нет выхода. Эта комната закрытая, тут даже окон нету. И... О, это интересно. Я думал, что я попаду сюда. Это даст мне проход куда-то, но нет. Здесь также нет никаких подсказок насчет магаза. Это немножечко жаль, я рассчитывал на это. Ага. Бумажки все эти, это все бесполезно, да? Тут ничего нет, тут только... Ага. Я вас понял. Хорошо, раз сюда мы не можем пройти, как мы можем пройти сюда?
Это дверь? Серьезно? Дверь заблокирована. Блин, опять чертова буря. А, вот так? Вы мне вот так вы предлагаете? Или вот так? Залазь. Я возьму. Опа. Вот это местечко я в прошлый раз и не приметил-то как раз. Хорошо. Амадео Монте. Художник, рисует рекламу и портреты для газет. Живет у доков. Видела, как он проиграл рубашку и кости в ведьминой руке. У него интересные рисунки на спине. Хочу рассмотреть их поближе. Встретились. Да, у него очень необычные татуировки. Надо бы встретиться с ним еще раз или два. Нужно время, чтобы срисовать. Он привлекательный, так что с этим проблем нет. Но надо соблюдать осторожность. По-моему, за нами следят. Похоже, это один из этих петушков из аббатства. Зараза, его схватили. Некий парень, которого схватили. Может быть, она про Дюрана сейчас говорит? Или татуировки на спине? Так, хорошо. Слышал одно китобойное судно рыбаков Сантьяго. Пришло с огромным китом, и он валяется на причале из-за споров по поводу портового налога. Надо бы ночью сходить посмотреть, пока туша совсем не сгнила. Может, получится унести пару галлонов крови и жира для чернил. Это вполне логично. Это интересные татуировки, которые... Хотя нет, вряд ли это они. Вот это местечко занятное, кстати. У нас на всю карту остался один амулет, поэтому сердце я нафиг сейчас спрячу. Чуваки, меня очень сильно теперь интересует код к магазу. Где я могу его найти? Любовное письмо. Ах, Минди, я видел, как ты дерешься обломком лопаты сразу с тремя. Но меня очень очаровали не твои подлые удары. Я хочу погрузить свои пальцы в твои волосы. Расчесывала ли ты их когда-нибудь? Я мечтаю о том, как буду легонько царапать ногтями твою голову, слизывать пот с твоего нежного затылка. Если б я мог, я бы неожиданно схватил тебя за лицо и припал бы губами к твоему приоткрытому рту, как котенок к блюдцу с молоком. Блин, это одновременно и романтично, и отвратительно, все, что здесь описано. У тебя на плечах и груди татуировки. Я хочу увидеть и расшифровать эти знаки, угадать значение каждого из них. Вот этот означает твое первое горе, а вот этот сделан в честь твоего первого убийства, маленькая дикарка. Я хочу знать о тебе все, читать книгу твоей жизни по твоему телу, все главы, даже секретные. У тебя есть татуировки под... Сами видите, где. Рассказывают, что один парень, который видел их и похвастался этим, не дожил до следующего раза. Может, тебе тогда не надо знать такие подробности, чувак? Я хочу кусать и целовать твою кожу до синяков. Хочу сделать тебе татуировку губами и зубами. И пусть за это ты зарежешь меня во сне, все равно, лишь бы ты вспоминал меня пару дней. Блин, чувак просто больнющий на голову. Не, ну с другой стороны, где-то как-то я могу понять, почему и как. Но, блин, это просто... Такая отвратительно, ничего не сказать. Эти не разбиваются, кстати. Я мог сюда попасть через это окно или... А вон там я был? Хо, интересно. Давайте здесь все обшарим. Потом, короче, есть дом напротив. В дом напротив тоже стоит заглянуть. А у меня как раз, кстати, сегодня начало появляться ощущение, что вторая часть Dishonored, она как-то дольше. Нет, если я скажу тянется, это будет казаться, что мне она не нравится и всякое такое. Не то чтобы тянется, но она... Ну, каждое задание проистекает дольше, чем... первой части. Блин, тут везде горит огонь, значит, здесь недавно кто-то был, так ведь? Или не так ведь? Вот, и как бы, исходя из этого, может быть, будет или больше серий. Хотя вот сейчас вот я не вспомню, например, сколько было серий в первом Dishonored, сколько времени мы его проходили. Поэтому... Подвал? Так, дверь заблокирована. А, ее можно разблокировать, это у нас шорткат.
Отлично. Теперь мы сможем с улицы зайти. Дом напротив, я помню. Давайте в подвал заглянем. Подвал. Тут еще больше, кстати, вот этой вот фигни. Подвал-то, кстати, обжитой. Так-то, на секундочку. Что-что-что-что-что? Мне что-то показалось? Видимо, да. Это тату-салон! А вот теперь становится немножечко... Ну, приоткрывает тайну, почему чувак так был увлечен татуировками и всякое такое. Вот, это кое-что объясняет. Корона, ну, типа, королевский убийца. Может, где-то будет шифр на стене, пожалуйста. Блин, кстати, неплохие наброски. Не то чтобы я не являюсь особым сторонником тату, но чисто стилистика того... Питехог, хоги... Так, ладно. А зачем я здесь? Просто увидеть атмосферное место? Нет, оно, конечно, классное и атмосферное. Возможно... Возможно, если бы я выполнил побочку и принес бы... сюда двоих вот этих дегенератов. Здесь бы кто-то был, с кем бы я мог поговорить. Вот это вот сейчас пахнет упущенными возможностями. О, я вот тут... Здравствуйте! Дневник Минди Бланшар. Записи о магических метках. Четвертый день месяца рода. Рана гноится, или, как говорит, что я должна прикладывать припарки еще хотя бы сутки. Он хотел встретить... вскрыть рану на ланцетом, но я вытащила свой клинок, и он передумал. Но еще не все потеряно, потому что я теперь знаю, что это не зависит от глубины татуировки. Если слишком глубоко колоть, то потом только гноится. Никакой магии в этом нет. Логично. 12-й день месяца песен. Я наконец поняла, что недостаточно просто иметь татуировку. Татуировка — это всего лишь картинка на коже, и все. Я стала изучать метки на талисмане Паоло. Метки на талисмане Паоло. Это его подружка? Не знаю, где он взял старую иссохшую руку. Он никогда не рассказывал мне о ней, но что-то тут не так. Он получает пулю в голову, клинок в живот и тому подобное, а потом снова появляется в своей секретной комнате рядом с конторой. Как ни в чем не бывало. Когда-нибудь я выпью больше обычного и спрошу его в лоб. Так или иначе, это не... Это что-то необычное. Я просто смотрю на это и вижу. У меня появляется странное чувство. Я хотела бы вблизи рассмотреть эти знаки. Держу пари. В чернилах есть какие-то особые травы или что-то такое. А может, не травы, а что-то большее. Вроде китовых мозгов или толченых крыльев, трупные осы или что-нибудь из шахт, растолченное в пыль. 25-й день месяца песен. Китовая кровь в чернилах не сработала. Мне ужасно не здоровится. Голова раскалывается сильнее, чем в детстве, когда другой мальчишка врезал мне по лбу кирпичом, а я потом скинула его с водонапорной башни. И татуировка какая-то неправильная. Джей, а какие знания мы в дневнике Минди вы нашли? Говорится, что Паоло всегда воскресает в одном и том же месте, рядом со своим кабинетом. А, это если бы мы его искали, если его вдруг убить, то он бы появился рядом с кабинетом, да? Ха, вот это интересное кино. Кстати, к вопросу о том, что если бы мы их обоих не убили, а отправили бы работать на шахту, что помешало бы Паоло просто сдохнуть на шахте и опять появиться у себя здесь, рядом со своим кабинетом, и просто потом не сдыхать весь оставшийся день. Таким бы образом он остался бы и жив, и свободен, и избежал бы любого правосудия. Поэтому есть ли смысл, был ли смысл в том, чтобы оставлять его... Ладно, Бирна мы бы отправили на каменоломни, все было бы хорошо. Хорошо, Паоло исчез под маской под массой крысы, воскрес в другом месте. Чтобы он умер окончательно, его нужно добить... дважды в день. Дважды за день, это мы знаем. Решение некого Дюрана. Так, ну это все мы знаем. Замок. Получается, из этой книжки мы получили важные сведения. Важные сведения, которые нам, по сути, нафиг не нужны. Потому что, ну... Окей, хорошо. Теперь я понял, по крайней мере, зачем это место здесь. Минди у нас была тату-мастером. Мастер-ла-мастер. Так, в эту сторону.
мы не заглядывали. Заглядывали, точно, 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 все. Я теперь все вспомнил. Здесь у нас было вроде как, чтобы стелсом пройти, но мы этим не воспользовались. Блин, код от магазина. Второй раз магазин уходит от меня. В смысле, я ухожу от магазина. Ну так нельзя, ребят. А, ладно. Код от магазина я так и не нашел нигде. Просто сейчас насаться по локации и искать его, я не считаю это правильным. Хотя бы по той причине, что у меня даже локация большая, у меня нет никаких никаких предположений. И второе, что я думаю, что возможно код от магазина это могла быть награда за второстепенный квест, который мы не выполнили. Мне не нравится, когда так выходит, что вот с Джиндашем, ладно, что мы не подобрали к машине, но это было лишь для того, чтобы он стал соплей. Насчет ведьмы, я потом наконец-то до меня дошло, когда мы Эшвард по кунсткамере бегали с Эшвард. Там было сказано, что эти линзы... Тихо. Эти линзы плохо настроены, и если она воспользуется этими линзами еще раз, то они сделают, ну, они превратят ее в овощ. Это тоже, короче, если бы мы ее оглушили, притащили бы туда, настроили бы те линзы и поставили бы ее в круг, запустили бы машину, машина сработала бы. И когда машина сработала бы, то она бы превратилась в овоща. То есть и про Джиндаша, и про Эшвард это понятно. Но вот эта вот фишка, вот это было интересно. Но опять же, здесь единственный сомнительный момент в том, что... Блин, буря начинается. Единственный сомнительный момент в том, что Паулу мог спокойно где-то просто отдать концы, вернуться к себе в офис, и с ним все было бы хорошо. Ладно. Теперь загадка Джиндаша. Марколла. Блин, как хорошо, что мне это написали здесь. Ниццу. Марколла. Уинслоу. Ага, так. Значит. Мадам Ниццу. Орден. Мадам... Леди Уинслоу. Кулон с птицей. Птица. Или кулон с птицей. Как это все? Ладно, сейчас попробуем. Графиня... Так, Марколла, Марколла. А почему две Марколлы? Графиня Конти, портсигар. Финч, перстень. Доктор Марколла. Бриллиант. Конти. Это еще в определенном порядке. Мадам Ниццу. Все, до меня наконец дошло. Ниццу орден. Потом Уинслоу. Это тоже меняется, я наконец-то понял. Уинслоу кулон с птицей. Ну, наверное, вот это кулон, да? Это, ну, это единственное, что я вижу как кулон. Графиня Конти. А, блин, я ее пролистал. Графиня Конти портсигар. Нет, это портсигар выходит. Тогда здесь птица. Ну, допустим. Баронесса Финч. Перстень. И доктор Марколла. Бриллиант. Сложилось! Да, я был прав. Вот и все. Меня не обманули. Ты в двух источниках получил инфу. Тебя не обманули, да. Отправиться в особняк. Да, пойдем к Сильвестру Сталлоне сходим. Фух. Так, убито врагов. Мирных. Кого я мирного убил-то? Не помню. Ладно. Руны найдены все, чужие найдены все. Блин, я где-то картину не нашел, да? Да, картину я где-то не нашел. Чертежи хорошо найдены все.
И амулеты, да, был один амулет, который я где-то прозевывал. Фиг с ним. Амулеты это не настолько важно. Мне важны именно руны были. Хорошо. Альтернативное решение. Вы устранили предводителя обоих противодействующих сторон пыльного квартала. Здесь явно выглядит очень пусто, потому что здесь должно быть, вы принесли их обоих, там, вы то-то сё-то, вы проникли в магазин, вы сделали... Тут, ну, то есть, явно было больше действий, чем я сделал. Так, если подумать, наверное, вот это вот самое косячное прохождение, то, что у меня получилось. Ну, не всегда же, не везде же. Ладно. Продолжить. Никакого заново. Мы идем только вперед. Трещина в мироздании, фига себе. Пойдем к Арамису Стилтону. Он же Арамис Сталлоне. Хорошо, хорошо, нормально. Идем потихонечку. Значит. Нажми, чтобы начать. Время — странная штука. Много лет назад я уехал из Карнаки в Даноу в поисках лучшей жизни. Помню, как влюбился в Джессамину. Помню ее коронацию, рождение Эмили, крысиную чуму, еще одну коронацию. И вот я снова в родном городе. Да, да. Скольких еще мне придется убить, пока все это закончится? Дом Стилтона скрывает какую-то тайну. Я снесу его до основания, лишь бы узнать секрет бессмертия Далилы. Лишь бы увидеть, как она харкает кровью. Даже если Далила поднялась из грязи, сделала себя из ничего, мои симпатии к тиранам и ведьмам уже давно иссякли. Так, на секундочку подумав... только убить Далилу и защитить Эмили. Так, на секундочку... Еще раз. Да хорош триндеть, блин, дай сказать. Я подумал о том, что вот я говорил... Очень странно. Что-то изменилось. Хорош триндеть, я тебе говорю. Мои симпатии в данном случае, наверное, даже больше на стороне Далилы, чем на стороне Корва. Потому что, ну, Корва... Что он сделал в жизни? Он неудачник. То есть, ему повезло... Да, он хороший мечник, все дела. Окей. Ему повезло пробиться сразу в королевские стражники, в королевскую защиту. И то не потому, что он был такой талантлив, потому что прежняя императрица была бунтаркой. Вместе с Стилтона странное место, оно вытягивает вашу духовную энергию. Вы не сможете использовать свои сверхъестественные способности. Понял. Оценил. Не можем сверхъестественное использовать. Будем использовать пистолетное. Давайте, пожалуйста, без всякой фигни Джиндоша. Давайте. Или это босс-файт? Или куда я при... Почему-то у меня было такое ощущение, что поместье Стилтона, оно будет частью того задания. Но нет, то задание закончилось на переходе. И поместье Стилтона — это отдельная локация. Ну, я ж не пойду сразу вперед. Блин, серьезно, я качал все свои вот эти вот навыки, способности для того, чтобы мне их взяли и отняли. Ну, спасибо, спасибо. Я хоть запасся немножечко стрелами, этими пулями. И... Всем подряд. Хорошо. Так. Вопрос в другом. Мы же просто... Мы в том же районе Стилтон находимся. Стилтон закрылся от остального квартала. Угу. Прикиньте. Нет, не рабочие. Заливной угорь. В раковине лежал заливной угорь. Просто взяли, заныкали две монетки тут, две монетки. Ну, это награда за внимательность, конечно, спасибо. Да, хотел спросить, интересно ли, будет ли здесь буря, потому что, ну, это все тот же самый район. Вот это пенек. Сядь на пенек, съешь пирожок. А ты кто такой вообще? Что-то изменилось, говорит Корваном. И изменилось его магия, изменилась. Ладно, пойдем. Я не вижу здесь ничего особого. Так пару монеток валялось. Нам все-таки внутрь.
Опять же, свет отвратительно сделан в этой Локи, потому что слишком большие перепады между светлым и темным. Не знаю, прям... Ух ты ж. Сэф. Винслоу. Все, закройся. Главное, затушить я могу, а зажечь не могу. Блин, свет очень сильно раздражает, очень яркий. Тут камера. Бутылка. Оу, там что-то... Рядом есть руны или амулет. Круто, а как их... А, сердце у меня работает-то, кстати. Да, руну нам тогда нужно получить прям обязательно. Но как мы туда... Это Стилтон? Здравствуйте. Исчезновение? А рун тут две, кстати. Это просто лампочка. Я думал, тут что-то мигает такое, как привидение. Так, ладно, это явно на втором этаже. Да, на втором этаже где-то на полу. Dust District. Пыльный район. Рун здесь... Ага. Вот у нас какие подробности, да? Туда я никуда проникнуть не могу. Мне кажется, в ту сторону будет А, вот, кстати, подъем на второй этаж. Давайте я схожу. Я, кстати, даже не пытаюсь красться. Тут можно исследовать. Но туда я тоже не попадаю, да? Зачем тогда здесь это место? Не знаю. Кстати, странно, потому что сердце это тоже предмет из бездны. Почему оно у меня осталось? Ах, точки ты! Я слышу, как они воют друг к другу. О! Там какие-то звуки нездоровые происходят. Вот, это я заберу, чтобы оно меня не напрягало, потому что оно мне будет постоянно руна рядом, пойди воспользуйся сердцем, руна рядом. Кирка. Вагон. Стилтон Майнс. Ага, шахты Стилтона. Ну это мы знаем. Ну, дом давно разрушен и разгромлен. То есть, я не знаю, если бы это было... Ну, это особняк Стилтона, да, но... Черт побери. Тут на втором этаже есть... А, можно еще туда пойти. Это я так постарел. Где люди из моей юности? О, как мы здесь танцевали! Арамис Стилтон. Живой. Время протекает, сочится сквозь стены, портит ковры. Чувак, у тебя... Ну, я понимаю, что ты переживаешь за свои имущества, но когда у тебя дом находится в таком состоянии, по-моему, уже немножечко поздняк переживать за свои имущества. Отправляйся в Данул. Скажи императрице, что герцог выкапывает трупы в саду, и что он научился петь. Она поймет. Она поймет. Давай, чтобы я тоже понял, можно? Научился петь. Но я на втором этаже больше ничего не вижу. Давайте штучка, сохранимся. Которую сделала это Эшвард, теперь на потолке. Я слышу ее по ночам. Это кости из темных океанских глубин. 73, 67, 88. Далеко. Значит, вот это вот будет недалеко не... Нет, не последнее наше приключение с ним. Давайте я, наверное, не буду все-таки прыгать с крыши. У меня был сейчас вариант, наверное, прыгнуть, но я хочу подойти к нему по-человечески снизу. А вдруг он нормальный?
Хотя он сидит, разговаривает сам с собой. С другой стороны, кто из нас не разговаривает сам с собой? Вот ты, дружище, вот ты разговариваешь сам с собой? Я уверен, что разговариваешь. Значит, туда не пройти, туда мы ходили. Сюда не пройти. Дорога остается только одна, сюда. Кстати, ребят, секунду. Насчет умений. А, у нас одна руна, да? Все хорошо. Нам нужно... Там, где это было? Нам нужно две. То есть, по идее, если мы на этом уровне найдем вторую руну, time-lapse, ну, изгиб времени, он у нас будет прокачан на полную. Все, что нам нужно. Жрал бы он еще, блин, поменьше манны, было бы вообще зашибись. А-а-а, я не могу сюда пройти. Ему тут хлебушек оставили. Герцог платит стенателям, чтобы те приносили еду Стилтону. Блин, вот это сейчас было обидно, потому что я специально думаю, зайду к нему по-человечески. Нет, они такие говорят, иди через второй этаж. О. Я же нашел этот проход. Печально, ладно. Ладно, ладно, ладно. Пойдем. Особняк Стилтона разваливается. Корво, какое замечательное наблюдение. После того, как мы здесь провели уже столько времени... Да, мы видим, что особняк кирдык. Он практически заброшен. Ну, учитывая, что хозяин, скорее всего, сошел с ума. Ты же не подвернешь здесь ляжку. F5. Забавный звук. Очень. Всегда можно наверх пойти. Стилтон. Три года назад в душе Арамиса Стилтона что-то сломалось. Ого. Он, как и часть его дома, остался в том вечере. Угу. Герцог с друзьями все еще здесь. Воплощает великий план. Угу. План Далилы. И душа Стилтона тоже здесь. Навсегда. Бездна — это не вполне место, и тебе не понять ее странную суть. Ну это я, да, это я уже понял. Она смотрит на тебя, и в сердце дома Стилтона бездна стала сочиться в твой мир после проделки Далилы. Получается, Далила до сих пор в бездне. Здесь магия искажена, здесь все по-другому. Слово... Ладно. Возьми. Можешь считать, что это часы. Вернись к герцогу и Далиле. Возможно, ты все поймешь. Так. Возьмите времена... Временной компас. Стоп, вот это какая-то новая механика. Используйте временной компас для путешествия между настоящим и прошлым. Нажмите, чтобы переключить временную шкалу. Нажмите F, чтобы закрыть или открыть линзы, позволяющие видеть сквозь время. Перемещайтесь во времени, чтобы обходить препятствия и уходить от врагов. Вы можете перемещаться во времени, если у вас на пути оказывается какая-либо преграда. На обеих шкалах времени движется... На обеих шкалах время движется, независимо от того, в какой из них вы находитесь. Изменения в прошлом будут иметь последствия в настоящем. Ох ты ж, как завернули-то. Вот это вот неплохой ход, кстати. Тео, подогрей одеяло, ладно? Кажется, ночью будет холодно. Ночью... Стоит закрыть глаза, и здесь становится так ярко. Так, теперь сердце у нас преобразилось. Я понял, что это из-за той преграды, преодолеть Тео. Ее... Где ты, друг? Я должен поговорить с тобой. Давай выпьем чаю на кухне. Давай. Блин, он прям вообще с ума сошел, да? Так, ну-ка, секундочку. А ты... Во имя бездны. Герцог ждет напитков, а я войти не могу. Я не знаю кода. Там записка на двери, капитан. Что?
Хм, его нет, он на террасе. Нужен код от кабинета. Он в его блокноте, мэм, а блокнот при нем. Спасибо, капрал. Признаться, мне не нравится Костя Стилтона. Мне тут уже устроила ты королевская кураторша. Как бишь ее там? Наверное, вы про Брианну Эшвард. Да, про нее. Ага. Странная особа. Ну, неважно. Так держать, капрал. Спасибо, капитан. Ага. Новые сведения, то, что дневник при нем. Рамис Стилтон сейчас на заднем дворе. Всегда носит дневник при себе. Там записаны комбинации от замка на двери кабинета. Но вот же у нас Рамис Стилтон. В шахтах случилась беда? Я такие вещи чувствую. Сколько погибших? Спи, Рамис Стилтон. Может, не стоило этого делать, да? Но я его просто вырубил. Погодите. Погодите. И то, я его вырубил только в будущем, когда он уже безумен. Это не должно было никак повлиять. Ага. Так, я могу выбраться отсюда? Отсюда можно только в настоящем, с помощью компаса. Спасибо, Карл! А, выйти сюда и оказаться за дверью. Все, все, я теперь понял, наконец-то. Хочу ли я сохраняться? И тут моя магия, кстати, не работает, да? Или... Да! Блин! Меня тут исключить... Минуточку. А, компас это не сердце. О, какая петрушка. Пока у Стилтона не поехала крыша, у него был хороший вкус. Не спорю. Зачем Стилтон вообще пытается произвести впечатление на герцога, кураторшу эту? Он же лучше их обоих. На герцога, на кураторшу. Какое вино из крыжовника на юге? Если бы только у меня была своя лодка. Вот это жизнь. Неудобно, что сделано на одну кнопку. Очень неудобно, что сделано на одну кнопку. Так, извини. Ужин сегодня, наверное, отменяется. Он пригорит. Как дверцы по башке. Так. Вы тут что, кролика варите, что ли? Оу. А вот здесь вот я не был, потому что эта дверь была заперта. Это я заберу, спасибо. Ну, я более-менее понял, как эта механика работает, да. То есть можно... Там записка, если что. Так, Кэти, нас будет пятеро, но не покупай обычную еду. Возьми заморский сыр. Кто-то хвалил сыр Калкенни Кеверн и гристальское вино. Самое лучшее, самое-самое лучшее, которое только сыщешь. Если надо, посмотри, что покупает какой-нибудь повар из благородного дома. Мы будем принимать самого герцога. Я хочу подать тех мелких креветок в беконе. Я заказал их месяц назад в галерее и чуть язык не проглотил. И купи сардины. И этих бисквитов из кондитерской. И сладостей. Денег не считай. Если сомневаешься, спроси у меня Арамис. Ну и денег тут оставлено, естественно. Ну, чувак явно не бедный. Поэтому ему-то разница, да.
Блин, получается, локации абсолютно двойные теперь, да? Ключ. Кухонный. Эти виски и груши, они живые до сих пор. Кухонный ключ. Тут дверь завалена. Сюда можно выйти. Дверь заблокирована. Я понял, надо сейчас переместимся. Там дверь будет открыта. А ключ был там. Да, все верно. Так, теперь сюда. А, дверь завалена шкафом. А что тут такого интересного? Здесь выход во двор, я вас понял. Нафига ли там собака? Тут окно закрыто. Но это был мой выход во двор, и поэтому... Ну, там даже хилочка есть. Это интересно. Локаций становится тупо в два раза больше из-за этого, потому что... Приходится туда-сюда бегать. Монтажный инструмент. Что мешает перемещению? Просто пялится в пустоту. По-моему, герцог со Стилтоном не слишком ладит. Сегодня все иначе. Похоже, Стилтон напуган. Осторожнее там. Так, справочник начинающего шахтера. Руководство по безопасности при работе в шахтах. Ого. Ты вот-вот отправишься в подземное путешествие. Работа нелегка, но у людей, которые глубоко копают, есть давние традиции. Ты будешь исследовать и раскапывать огромные пещеры в поисках драгоценного серебра и других руд. Твой взгляд может быть очарован величайшим очарован величием подземных гротов и бесконечных шахт, но тебе должно быть известно, что работа шахтера одна из самых опасных в Островной Империи. Прежде чем ты приступишь к работе, тебе следует усвоить основные правила техники безопасности. Всегда носи с собой полный дневной рацион еды и воды, даже два, если сможешь нести дополнительный вес. Помни, что канарейки и воробьи чувствительны к неведомым испарениям и замирают, если в воздухе присутствуют опасные газы. Если это случится с птицами в клетке вблизи тебя, немедленно покинь шахту. Ха. Всегда носи защитные очки и дыхательный аппарат, которые тебе выдаст руководитель участка. Всегда держи свои группы. Не отправляйся в одиночку в неисследованные пещеры и тоннели. Следуй за теми, кто работает рядом. Замечай признаки усталости и головокружения. Заботься о безопасности товарищей. Спрос на серебро никогда не падает, так что трудись усердно. Береги себя и не прекращай добычи. Издано союзом шахтеров на средства Арамиса Стилтона. Балкон еще не починили. Если балки сломаются, я не успею тебя поймать, жердяй. Я на вас надеюсь, мэм. Это было бы так романтично. Ладно, я... Я не знаю, тут этот пес или один, не один. Ну, давайте я его... убью. Чего мне опасаться-то? Исследуем сначала эту территорию. Потом, наверное, ту. Мы можем таким образом, кстати, избегать и... наверное, охраны. Так. Код. Пахом провоняло. Надо уже запасную достать. Нечем. Блин, тут куча охраны, если что. Нет. Вот здесь мне пока поуютней. Пока. А, я могу вот... Ой, блин, это же читерство. Я могу вот так вот смотреть, где есть охранник, где нету охранника. Вы серьезно? Я что-то об этом только сейчас подумал. Вот это вот, кстати, интересная фишка. Я могу смотреть, куда я пройду, куда не пройду, без высовывания, да?
Я даже могу видеть, что здесь лежал банан и хавчик какой-то. Оу! Тут у нас вот эта капитанша. А кто... То есть я могу, по сути, телепортироваться им за спину. И делать вот так. Рядом руна или амулет, блин. А где рядом? Руна прямо здесь? Серьезно, на втором этаже? А здесь? Она тоже там будет? Это разные! Офигеть! Чтоб тебя! Это разные реальности, в них по-разному расположены руны и амулеты. Хорошо, я тебя понял. Вот тут охранник. А, это он... А, нет, их два здесь. Ключ. У чувака ключ, который мне явно нужен. Не прогонишь, чувак. Меня пугает, кто это говорит. Тут касса. Давайте я сюда паркнусь. Блин. Нет, это интересно. Это ни в коем случае не плохо, это интересно. До свидания. Душить я их, наверное, не буду. От чего этот ключ-то? Так, вот это можно обыскать. Картина. Что здесь происходит? Тут, кстати, пробоина в стене. Блин, вот здесь просто дофига места для исследований. Просто дофига. Жалко, что они сделали на F. Возможно, я потом переставлю. Посмотрим, потому что мне не нравится то, что на F и действие, и открытие вот этого окошечка для подсмотра. Ёлки-палки. Меня просто сейчас вот эта вот новая механика выбила. С одной стороны, немножечко раздражает, что все придется пересматривать дважды. С другой стороны, это интересно. Я не могу сказать, что что-то имею против этого сейчас. Там... место, куда можно заползти, да? Да. Давайте заползем. Раз уж у нас получится. Что-то мешает. Я не могу заползти. Это просто окошко. Ну, не то чтобы окошко. Я не могу тут ничего сделать. Тут есть кирка. А, вот это сейчас странно. Это, например... То есть, там какой-то сейф, не сейф. Блин, нет, ребят, погодите. Стена. Я вхожу в стену, и он... Потому что тут должна продолжаться стена, да? Но я ничего не могу сделать. А вот это странно. Хорошо. Я думал, вот это будет неплохая такая фишечка для перемещения. Так, а что у нас было здесь в свое время? Давайте переместимся. Я буду, наверное, сохраняться перед перемещениями, потому что... Такое все яркое. Так. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? И что сейчас делаю я? Не знаю.
Но себя ты не встретишь, так что временного парадокса не представляется. Рядом есть руна или амулет. Черный амулет 13 туда. В 5. А тут что у нас? Фух. А, я понял, где. Я там ничего не могу сделать, да? Есть вот это место, это лифт. С этой стороны. Тут у нас только лестница вниз. Я вас понял, мне в ту комнатку надо пройти как-то. Но она заблокирована и в этой, и в той реальности. Я переместиться, вселиться никак не могу, да? Да. И здесь я ничего... А, я могу сделать, возможно, вот так. Минуточку. Это сработает? Вот так это сработает. Окей, оно того стоило. Окей. Кнопка. Котел. Ну, это сделано для того, чтобы я забрал амулет, да? И заодно тут дверку потом смогу отпереть. Значит, делаем вот так. Еще и сейф на замке. Черт! Да, я понял. Ну-ка. А подсказки к сейфу. Ого! Там что-то поджарил. А сейчас сейф здесь упал, и в нем, естественно, ничего нету. На нем вообще гнездо развелось. На нем код 2. Что? 2 что-то. Он открытый, и на нем код 2 что-то. Возможно ли, что это подсказка? Вы реально думаете, что это методом подбора нужно делать? Ха. Два что-то. Кстати, тут пули, если что, и деньги. Я не знаю, почему. Давайте так. Блин, я даже не знаю. Ну, то есть, да, возможно, можно бы подобрать две цифры, это же не три. Блин, были бы хотя бы две здесь цифры открытые, было бы лучше. Я даже не вижу никакого намека на вторую цифру. Но он открытый в положении 2 и что-то. Давайте тогда, ребят, на вот этом вот месте мы с вами закончим. Я, может быть, или подумаю, как это все делается, или, может, тупо подберу сейф. Ну, то есть, подберу к нему это. Ну-ка, еще раз... Значит, тут точно 2. Сейчас, секунду. Просто методом подбора две цифры подбираются на самом деле очень быстро. Я думал, что это будет дольше. Я потратил, ну, секунд 15 сейчас. 2, 3, 8. Просто я думаю, что это именно такой способ, которым открывается этот сейф. Вот, смотрите, 2, 3, 8. Сейф открыт. Ну, я думаю, что это единственная подсказка. Я вряд ли найду подсказку в другом месте. Поэтому давайте так.
Я не считаю это каким-то читерством. Я считаю, что, наверное, это как раз тот самый способ, каким я должен был туда проникнуть. Значит, мы сейчас с вами в новом доме. Давайте мы вот в этом уголочке пока что с вами-то все и закончим. Потому что теперь уже подходит к своему концу похоронный тражу. Давайте вот так вот F5 нажмем. Не самое уютное место. Мы обычно заканчиваем в чем-то каком-то там тихом, спокойненьком кабинете. Сейчас это будет просто тихий, спокойный уголочек. Все, ребятушки, на этом, пожалуй, все. Спасибо, что были с нами. Я просто немножечко до сих пор нахожусь в шоке от того, какая новая механика у нас здесь образовалась. Но это интересно. Это немножечко, чуть-чуть, капелечку бесячи, но это все-таки интересно. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. До встречи в следующих сериях. Всем оладушек, всем покеда.